день. Хочу показать вам вредителей, очень серьезных, которые уничтожают проросшие бревна, шиитаки. Есть такие жуки, к сожалению. Пока я ходил, они убежали. Вот этот жук, который пронизывает насквозь древесину. Сейчас я его достану. Есть личинки носорогов, жуков, жуки олени. Эти с земли работают. А этот вот, даже если на подставке бревна стоят, все равно он находит их и уничтожает. Он здесь вот выедают вот такие вот трубы, превращают. Вот. Вот это его работа. С древесины ничего не остается. Говоря же о них. Вот встретите таких жучков, считайте, что нету, не существует вашей посадки с бревнами. Вот он, сволочь. Пытается спрятаться. Причем достаточно парочки. Они тут такое натворят. Мало не покажет. Вот видите, что он делает? Зарывается. Вот он, сволочь. Как бы его на белое. Причем они, эти жуки, заходят вовнутрь. Вот здесь вот мягкой мицелий. Видно, вот живой мицелий. Вот он ушел туда. И там уже его достать очень сложно. Ну, невозможно. То есть они свое дело сделают. Они просто уничтожат. Они просто все уничтожают. Если, скажем, улитки, слизни, они просто только почистят, экологию улучшит, то эти просто превращают в труху. И к ним подключаются еще более мелкие грызуны бревна. И вот что остается. Как мы видим, одни дырки от мицелия. Там, где он поработал, все, его уже съели. Вот такие вот гады. Вот они. Они кушают и сухое, и трощат. Ну просто я не знаю, что здесь остается. Можно сказать, ничего не остается. Подумайте, как защитить от этого. Я не знаю. Эти жуки очень серьезные, сволочи. Я его сфотографирую.